Катюш, давай посмотрим, что у нас получилось. Да? Сегодня, я напоминаю, сегодня 18-й день. Мы купили сколько? 20 яиц, да, в магазине в пластиковой упаковке. Вот таких вот. Положили их, ну, где-то неделя они, по-моему, были, недельные. Ну, не так уж и, не знаю. Нормально. Да, хорошие, мне кажется, очень. Хорошие. Ну, в общем, короче говоря, мы их положили в инкубатор, 20 не вместилось, 17 вместилось. Ну, ладно, вот так вот, уже просто некуда. Вот так вот попробуем, да, а потом... Из 17 мы потом 5 отобрали, которых началась развиваться жизнь. А потом, значит, из 5 у нас получилось 3. Вот они у нас лежат. И вот мы сейчас увидели... Что, Катюш, мы увидели? Мы увидели небольшую дырочку, которую, наверное, птенчик проклюнул. Вон там она. Да. Давай откроем его. Открой, хочешь, да? Но надо только, ты знаешь, очень быстро это сделать. Осторожно. Давай посмотрим. Вот, смотрите, какая небольшая дырочка. И вот это что-то желтенькое видно. Мам, я вижу клювик. Видишь, он там шебуршился. Видишь, мам? Да. Ой, ух ты. Ты его согреваешь, да? Но мы сейчас его обратно положим, ага. Потому что ему, наверное, некомфортно. Видишь, мама, а ты слышишь, он что-то там делает, нет? Нет, у него там клювик, видите, торчит. Вижу, да. И правда торчит. Чудо. Давайте его положим, чтобы ему давай, не давай, было холодно. Давай положим. Давай скорее клади. Иди, осторожно. Катюшечка, надо положить его так же, как он лежал. Вот он, по-моему, в каком положении это лежал? Уже забыла. Вот так вот. Мам, я так рада. Уже увертеть нельзя. Ой, мамочки. Не навредить ему. Давай другие посмотрим. Возьми вот это. Есть там? Посмотри. На клюв. Ну-ка. Как-то не вижу, нет, да. Мамочка. Нет. Мама, нет. Это что от меня перья? Не знаю. Летят... Это явно не от них, розай. Да. А то у нас тут еще куча птиц. Это нет, да? Ничего нет, на нем пока. Нет. Ну ладно, жалко. Давай, клади. Клади. Не знаю, зачем я его так пустила. Нет. Это тоже нету, да? Не, оно гладкое очень. На клюва нет. Понятно. Вот на одном только, значит, наклюнулся на рада, одном. Да, мам? Ну хорошо, давай положим. Ты рада, мам? Я рада.